То, где мы вчера остановились. Несколько слов. Несколько слов. Шлах леха, что ты говоришь, что? Шлах леха, что ты нам говорит? Хочешь посылать, хочешь не посылать. На твое усмотрение. Хочешь иди, хочешь иди. Хочешь, не хочешь. На то, что мне хочешь, не хочешь, да. Ты решаешь, что делать. Шлах леха, там, где есть леха, это не приказ, это на твое усмотрение. Если хочешь. Так Авраам Авину, значит, тоже хотел пошел? Нахон бедюк каха. Оттуда учим. С Авраам Авину учим. Я думал, это приказ. Нет. Это было... Там Раши точно пишет, есть Берешит. Есть Берешит с Раши. Принеси мне, вот там у тебя есть в кабинете. Раши Берешит. Видишь, как раз для тебя. Если не пришел, но бы испортилось, наверное. Это есть... Салфетка, типа салфетки. Одну. Зарабатываем. Да, раз, два. Ого. Нет тут тонкой книги. Какой не знал просто какой поэтому. Белех леха, решит 12 глава. Тут как раз учим, пишет так. Вема Шемель Авраам, слушайте, Всевышний говорит Аврааму, лех леха, оттуда, иди туда и туда, то мне бей тавих, он дошел с дома, и где берет, куда я тебе покажу, лех леха, пишет Раши, леха надха, летоватха. Леха надха, это будет тебе хорошо, летоватха. Но хочешь, не хочешь, не хочешь. То не приказ. Если не надо. Ой. Но здесь шлях леха. Хочешь, посылай, хочешь, посылай. Я сказал, что Масау был такой, что, что это написано в книге Дварим, что пришли, хочем знать, куда мы идем, покажи нам. До этого они были все беседы, беседы, все хочет ходить. Наверное, были уже мысли, что не очень собирались ходить в страну. Почему не собирались? Как думаете? Почему они не собирались зайти в страну? Не очень хотели. Боялись, да. Что их убьет, наверное, может быть. Боялись, что их убьет. Не, я думаю, что это была прекрасная жизнь. Для меня, особенно лучше 2 года, это были в армии. Советский. Ни о чем не думаешь, ни о чем не заботишься. Тебя 3 раза дня покормили, 10 дней в баню отвели. Что еще человеку нужно? Раз в 10 дней, раз в неделю в нас отправили. Раз в неделю, раз в 10 родами месяцами не водили. Ну, в принципе. Да, в принципе, ни о чем не думаешь. Классно жилось. А здесь Мидбарь вообще идеально. Еда, мана, одежда с тобой растет. Сиди, учись. Яфе. И то тоже, что идеал, в общем-то, харидимный. Кен, было нахон, что там не нужно думать. Врагов, как здесь, да. с севера, с юга. Принимать решение не надо. Да, врагов нету.
все боятся, никто нападает. Если у тебя министр обороны, как его звали? Министр обороны. Не, мы были эти облака. Она на кого? В честь Агарона. Можно сказать, что они защищали и от жары, и от врагов. Амуда нам просто светил нам дорогу по ночам. Но днем шло облако. Облако, да. А, был, о, и, есть что кушать, заботиться не нужно, затем все решают. И сейчас как... Какое самое счастливое жизнь, это когда ты еще что не делаешь, до 8, до 10 лет. И папа говорит, так, могу говорить, так, хочешь, можешь сказать, даже не хочу, может, это если дадут по заднице, дадут, может, не дадут, сейчас что не принято, раньше давали. Самая лучшая жизнь. Так, может быть, тоже здесь, у нас причин, что и не только это, что дают возможность учить Тору. Придешь в страну, нужно обрабатывать землю, на заботе будут враги, нужно тяг, много чего нужно. А главное, что учение Торы. Учение Торы у них было делать сколько хочешь учись. Сколько хочешь, столько учись. Так, поэтому действительно не очень хотели, но это не было... Не было, поэтому решили, что там может быть там не так тяжело, но все-таки в том, что преодолело то, что не очень хотели как нету хуже, чем рабство, нахон. А раб говорит, если раб, ему хорошо, не хочет оставить хозяин, ему хорошо. Что есть, пища есть, то есть, даже жену ему дает какую-то, неважно, какую-то дает ему жену, все, сейчас делай, что хочешь. Хочу остаться еще 7 лет, там еще 7 лет. То, так, Моше, надавить у него есть или делать так, или делать так, или посылать, или не посылать. И сейчас еще посылать, почему? Мы говорили, что если не пошлет, скажут, наверное, есть что чего-то скрывает от нас, Бен Амрам. Но если посылает, Моше притуняет все меры предосторожности, все можно сделать. Послать самых, как в то время, что можно сказать, цадиким, что глава колен, что они в каждое его свое колено, послать их, что мезекавир, погода хорошая, послать их с юга на сердце, что с юга, что менее красивые места на сердце, более красивые, что запомнилось в конце, где-то был в конце. И послать, и смотрите, не послать их разведчику, послать как... студентов, как таярим, как туристов, посмотрите и потом передайте то, что я вам сейчас сказал, какая там земля, что там это, как, какие там люди, вехуло, какие там города открыты или с этими, как называется, ограждениями, стены. Да, стенами, все передайте, там, да, есть там деревья, нету деревьев. Если есть деревья, так что будет? Будет тяжело нам. С деревьями воевать тяжело. Нахон? С деревьями воевать тяжело. Что мы говорили? Деревья, дерево это цадик. Это если там, если есть эц. Значит, если цадыки, будет если тяжело. Если земле деревья? Кен. Земля, ясно, здесь деревья, просто эц называется цадик. Цадик так пишет Раши, и а если нету, так будем брать голыми руками, можно сказать. Если есть, будет тяжело, но пишет там, что в то время Иов уже умер, уже не был цадик такой. Кен Давид, что-то хотел спросить, передумал. То они возвращаются, начинают с чего? Ой, какой красивый мест, как нам, прелесть, одна прелесть, но! Но, есть много но. Что там, почему, что но? Вот какие там фрукты. Но фрукты не скажут, что только будет хорошо, будет нам одна лоза на неделю для целой семьи. Если не будет чего кушать, если у тебя может сушить, виноград может сушить, может целый год кушать, изюм кушать, это есть фрукты, что их можно сушить. Не все, но передаешь, что? А там и народ какой там, пиво,
народ великаны. Великаны. Великаны должно напугать. Потом Амалек там сидит. Амалек ешел Баарес Энегем. Вахити, Вайбуси, эти Буши, Ваймори. Ешел Баарес Энегем, ешел Алаям. Куда, как нам это? То Калев меняет ситуацию, как вы сказали. При, как вы перевели? Как вы перевели, что сделал Калев? Что сделал Калев? Перевод ваш, сказали мне в конце урока. Успокоили их или не успокоили, а чтобы молчали. Заставил замолчать? Не заставил, заставить не может, но это было как такой-то... Как вставать, да, что... Уавай, Машу, конечно, чтобы все на него обратили внимание, начал говорить, потом дает свое. Можно сказать, что и штык, они молчали, но это было молчание, но замолчите или замолчите назвать некрасивыми, он не мог, потому что... Во-первых, он садик не называет некрасиво, потому что даже опасно. Он сказал, что мы можем, если это не страшно. А те, что там что говорили, что лашон ра, плохо про народ, если ходили разведчики, что они сказали, ло нухал лалот, мы не можем. Это не по нам. Если как сейчас... Какой-то доверитель сказал, мы не сможем победить Хамас, идею. Если так генерал вам не говорит, так вот, ну вообще-то нечего воевать. Мы не сможем. Не то, что сказать, что Хихазагу мену, там народ сильнее мимену. Хас пехолила. И называется вот здесь дебат арес. Дебат арес, что лашон ра на землю. На землю Израиля. Что написали, им что сказали. Видите, пасук 32-й, здесь мы вчера остановились. 13 глава, 32-й пасук. Начинает вот сюда дебата арец. Все со мной? Да. Сюда дебата арец, дебает то рашон ра, а шертару, то, что они там... Гастролюбили там, Эльбне Исраэль, Лемор, Ариса, Шеравар, Нубал, земля там не прошли, Латурота, он сказал, Латур, не говори, что мы идем как разведчики, мы как будто мы шли как эти, как туристы. Эресо Хелет Йошвеяги. Это земля, что делает? Пожирает своих. Пожирает, не кушает, пожирает, и пожирает своих, кто на ней живет. Налет, там есть, как другими словами рассказать, есть, как сейчас в Европе, Европа уменьшается. Знаете, я знаю, что когда я был в школе, в Германии было в Германии, то не федеративное, было больше 80 миллионов, сейчас в обе Германии, если то, я не уверен, что есть даже 80 миллионов. Поедает своих этих, как называется, жители. Ойду Швеягу и Вехола Ама Шерраинуш Бетоха Аншей Медот. Все там Шем. Не видели великанов. Все там великаны. Медот здесь не то, что у них хорошее качество. Меда это хорошее качество. Баруха Ба. А здесь меда не хорошее качество. Здесь меда, что они большие. Как Леви Ицхак, большой. Не? Маленький. То он садик, он делал маленький. Был, как назывался, было такое, что Шмель Армати, он Шмель, что он, Шмель Катан, он Катан звали. Он, этот Катан был больше 2 метров, а Катан себя уменьшал постоянно. Стал себя, чтобы не был заметным. Значит, почему они говорят, что Эрец, Охелец, Швея, кушает, пожирает или кушает своих поселенцев? Там, что сделал Всевышний? Чтобы в них не обратили внимание, там умер какой-то знатный человек. Там, знаете, мы идем там похороны, идем там похороны, идем там похороны. Все сделали, что им было хорошо. Чтобы они подумали, как нам делает, с нами Всевышний делает хесед большой. Везде похороны. Земля здесь, Эрис-Исец, может, у старости, может, нас больших в мире.
Всегда было так почти. И в те времена, и сейчас тоже. Человек говорил, она поедает своих людей. Но то, что даже было хорошо, когда можешь повернуть в обратную сторону. И укусы, и там все великаны, что там делать? Душам раину, это нефилим, не анак, мы нефилим, эти, что во время еще допотопные всякие там, всякие чудные творения. В пасук 33 сейчас, навилит нефилим, не анак, мы нефилим, венеги бейнейну кехагавим, нехейну бейнеем. Это очень интересное изучение. Мы были в своих глазах, как? Смотрите, смотрите. Саранча. Как? Саранча. Как саранча. А в их глазах? Торпин. Что? Торпин же. То же самое. Теперь, как ты был в своих глазах, ты мол ты знаешь, мол не знаешь. Как ты будешь музыкан, ой, качкайся. Боишься, так тебе сейчас, мол сказать, ой, какой я ничтожный, какой маленький, что мне про него делать. Но как ты был его глаз, ты можешь знать. Как ты был в его глазах, ты это можешь знать. Тем таким, что бейнехем, что говорит Раши, так мы были в их глазах, шаману умрим, вы слышите, как они говорят один другому, что там за мурашки в кустах? Ну как бы мурашки, это уже лос, сначала начинаешь говорить, потом говоришь, с кем, Давид? Что значит, что умирали люди, делал Всевышний Хесед, что умирали важные люди какие-то? Важные люди умирали, чтобы все собрались на похороны, чтобы не было, чтобы мог спокойно ходить, чтобы тебя не заметили. А, окей. Тогда все хотели, чтобы это, когда Номи уходит в Бетлехем, чтобы весь видели весь, но это тоже было, там были на похорон, если были на похорон, все собрались, как могли все видеть. Он, люди сидят по домам, люди на работе, как могут быть все вместе, это во время похорон. Или демонстрации, я знаю. Но демонстрации тогда не делали, это не было актуально. Но, значит, что, когда человек, как себя человек видит, все глаза, так он видит, так его тоже другие, он думает, что так его другие видят тоже. Но это все было болтовня без какой-то причины. Можешь сказать, как ты выглядишь возле них? Можешь сказать, маленький, но не как муравьи. Они говорили, у нас муравьи, что не знают, как муравьи выглядят. Это все привлечение чего? Напугать народ. Что было напугать. У них было уже здесь все проработано, все, что они хотели делать. Батиса Колейда, 14 глава. Ваитну эт колам ваюку. Значит, что там в лайла вы начали? Начали что делать? Ой. Начали плакать. Балай написано балайла ху. Ту ночь. Что это за ночь? Ту ночь мы плачем уже 3500 лет. Девятого. Девятого, окей. Балайла ху. Мы уже плачем. Уже почти 30 тысяч лет за то, что они сделали. То, что сделали. Мераглим. Бекуй баблай лаху, байлону ал Моше вал Аарон. Сейчас начали против и под народ, и все против Моше, вемру алехем. Колейда. Сейчас люди напугались, и у них напугали страшно. В Луматну Берес Мисраем, лучше было умереть в Египте или в пустыне, но идти туда, что нам просто сделали с нами всякие там вот игрушки, не знаю, подбрасывали как муравьи, ничего не как было. Там Ашем Ивил, там сейчас сначала начинается как? Сначала против говорят, потом против Моше Аарон, потом против Всевышнего. Когда человек что-то делает, начинает портиться, так начинается. Мама потом подумает, аппетит приходит во время еды. Велама Шем не вио тану и лаарица. Почему нас туда Всевышний берет? Что мы упали там в Бехерев, сейчас говорит, есть и мурашки. Так, то мурашки для муравей нужно мечи, что мы сейчас отмечены с мечами, видите, написано в Бехерев. Пасук третий. Как нас убьют? Мечами, да, написано? От меча?
Да. Ничего. Значит, ты муравей, как тем временем нужно мечем. Азот не поль бахерев, на шейну и топейну ю для вас, как будто не только мы, дети наши, жены наши. Лото улану шумицаем. Лучше что? Что лучше? Вернуться в Египет. Лучше бы вернуться. Ваимру иш эль ахив натна рош венашва Мицраима. Иш эль ахив, на что давай сейчас? Будем делать революцию. Революция, что возвращаемся обратно в Египет. Моше, не слушаем, мы слушаем Аарона. Но интересно, сейчас обратили внимание, только может первый раз. Иш эль ахив. По-моему, так написано, там где строили Вавилонскую башню, тоже Иш-эл-Ахив, так мне кажется. Ну, Иш-эл-Рейху. Ну, то же самое почти. Иш-эл-Рейху. Реазекмо. Ашерна, как там есть браха, тоже, это почти то же самое, но не ахив, там еще наверное, почти то же самое. Забьются это делать плохое, как строили Вавилонскую башню, это было то делать революцию против Всевышнего, а здесь против, может, тоже против Всевышнего, против Моше, Бореарона. Пасук пятый. ויפול משה ואהרון על פניהם לפני כל קהל הדת עם בני ישראל. משה, אהרון פדיות, נשו, לפניהם, נשו פדיות, שאת עולם גבורית. רשי נם נפישת, נעדום היו. Это как Таханун. Называется Таханун, называется Нефилат Апаим. Бешулхан Арух Нефилат Апаим это Таханун, когда падает. Я помню, на Пнеем значит, что молиться. Для чего? Для чего молиться? Что отменить приговор. Для чего молиться? И падает Нефилат Апаим. Понимаете, что молиться уже тяжелое. Ну так делает Моше Аарон. Это крик. А? Ты не молитва, это крик. Крик это молитва тоже. Крик это тоже молитва. Байцак это тоже молитва. Байцак. Но то есть написано Байцак, Байцак это молитва. Есть 10 языков в молитве, это одно из них это ЦАК. Вайполь Моше Аарон Апнеем, Вайполь. У меня написано не Вайплу. Это должно быть множественное число. Вайплю. Пис вайпол, как будто один падал. Наверное, Моше первый, Аарон за ним. Ну, когда первый, то пис вайпол Моше. Есть 10 лешонот тфила. Один из них это ЦАК. Это как понял, что тфила это только 18. Все остальное это... Тфила это любая просьба, это уже тфила. Любая просьба. Что просьба Всевышнего, это тфила. Но есть ЦАК, есть Зеба, есть тфила, есть тхина, есть... В Рамбам пересчитывает 10 языков, один из них ЦАК. Пасук пятый виплу, упадите, просят. Моше первый на Аарон, за ним написано, Вайполь Моше, Аарон Моше, за ним Аарон. Ривне, Вейошуа, пасук шестой, Йошуа бен Нун, Векалев бен Йефуне, Минатарим эт Аарет, Кару бигдейхем. Моше падает, а двое этих, что было с этой десятки, 12 людей, двое, что были Кашерны, Йошуа и Калев, здесь были Кашерны, что сделали? Порвали одежду. Когда рвут одежду? Траур. Когда траур. Когда есть траур, рвут одежду. То есть у нас теперь есть четкая ориентация. На каждого 5 генералов трусов есть один нормальный. Не понял. 10 разведчиков, 5 раз больше. Кем? Пропорция понятна. Всегда будет в 5 раз больше противника. Красиво.
Сейчас у нас больше. Поэтому не должны удивляться, что так много как бы против нас. Это нормальная ситуация. То. Но написано Бехукотай, если идете по как правильно, так пять из вас прогонит сотню. Значит, пять, один к двадцати, пять прогонит сотню. Это при смелости. Это при смелости. Это при соблюдении мицвот, как положено. А то есть мы проигрываем тут в 5, а здесь выигрываем в 20. 20. Но это еще не все. А сотня прогонит требова 10 тысяч. А сотня прогонит. Где взять сотню это, а? Значит, сотни к сотни, да, бедюкаха. Где это сотня? Да, за один прогонит, значит, 10, если 100 прогонит 10 тысяч, значит, один прогоняет сотню. Значит, что говорит Раши, как это, что-то нету здесь пропорции, то не клеится. Еще один не умрет, ни один не умрет еще. Это не написано, то обещание такое. Есть, были больно, что не умирали ни один, но это не написано, потому что если умрут, скажут, да, обещался, никто не умрет. И скажут, что он был неправильный. Нет. Но один сотню, то говорит Раши, почему? Здесь расправить, это не пропорция. Когда 5 учат Тору, тогда 5 прогоняют сотню, 1,20. Если 100 учат Тору, это пропорция совсем другая. То вернемся сюда. Иешуа и Калев порвали. Значит, что сейчас видим очень-очень, можно сказать, важную вещь. Там они говорили про Эрец Исраэль, как она плохая, уже фрукты там ненормальные, там земля кушает это, все, там опасно, там великаны, там на тату. А что нам сейчас показать? Йошуа бен Нун, Калев бен Ифуне, порвали одежду. Когда рвут одежду, мы сказали, когда уже траур. Значит, они уже видели траур, что здесь. Это Моше молится, он молится, просит. Как Моше знал, всегда нужно молиться. Это уже не помогает. Уже есть гзера, вынесен приговор такой, что не отменяется уже. Есть приговор, что он отменяет, потому что не отменяется, даже наверху. Когда на Пурим, там, где Мордехай, на то спрашивают, как написано, красным, черным, я не помню там точно, но если то, это можно отменить, тогда можно молиться. Здесь такое, что не, красный за уже, молись, не молись это. Моше, когда молится об Айтханан войти в землю, молится сколько? 515 молитв не помогает. Да там уже есть такие вещи, что нельзя отменить. Здесь они уже что порвали, значит, но что показать? В Йошуа бен Нун, в Калев бен Ифуне, мин атарим эт аарец, кару бигдехем. Но что написано? Мин атарим эт аарец. Это что? Шли в разведку, не разведку, да, как сказать, тарим это, в земле, были в земле, у них уже получили гдушат эрец Исраэль, набреют, видят больше, чем видит Моше, чем видит Агарон. Йошуа и Калев, что они относительно маленькие, у них они, нет, они даже не пророки, это эти два пророка великана, самые большие. Не видят то, что видит Йошуа, Моше Варон видит то, что видит Йошуа и Калев. Почему? 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 Были в Эрец Исраэль. Получили их душа в Эрец Исраэль. В Йошуа, в Калев, они их ученики, может быть, рав его ученик. Бывает, что рав после какой-то придет, ученик убьет своего раввина, бывает, много раз бывает. Но сейчас они находятся всем это, когда Моше уходит, он становится уже, еще становится пророк, но до этого он там не был пророком. Здесь он не был пророком, ни тот, ни тот. Но они еще порвали, в них уже эти чувства, что почему, пишет, попросят нам, потому что были Берец Исраэль. Были Латур, что не жили там, только были 40 дней, они видят больше, чем видит Моше, чем видит Агарон. А Йошуа вообще же был в Израиле до выхода из Египта. А? Говорят, что Йошуа вообще был в Израиле до выхода из Египта. Что он здесь в Хевроне командовал какими-то силами, поэтому он и возглавил всю эту армию. Может после, но, не, но он был в Египте. Он не был в Египте. Он именно был в Хевроне, он был где-то здесь. Нет, Бета же из Египта, вышел из Египта, Бета. Йошуа бен Нун, с колена Ефраима, где Ефраим был вот здесь, были там. Все 12 колен были там. Здесь он был, не был после, как вошли, 30 лет он еще был, командовал, но в пустыне он был же, он был шамаш шел Моше Рабейну. 40 лет в пустыне все после Моше Рабейну. Вемру колада на Исраэль, мор, ואמרו כל
ואמרו אל כל העדה, שוב ראת ישוע, קורבן יודינו, שוב ראת עם משה, שוב ראת שמו נרודו, טובה הארץ מאוד מאוד, יש כאי פשנה, טובה ראו איסקה ספם שסופיות, טובה הארץ מאוד מאוד, טובה הארץ מאוד מאוד, עוד שאתה יש כאי פשנה, נכון. Вот здесь очень хочет сказать земля. И здесь еще очень хочет, туда нас приведет, это все, что вы говорите, все пугание, это все. Видишь, говорят, гурнышт. Пугание, это все как детские, как сказать, вот я ребенок какой-то пугает или как Лойда. Это как? Страшилки. Okay. И здесь нас сюда приведет, что земля заватхала в удваш. Всевышний обещал Авраам, Исаак, Якову, он даст что-то плохое. Но что не делайте мерет, революции против Всевышнего. И не бойтесь, и там, и то, что народ, это нечего ее пугаться, ки лахмейну гем. Мазе лахмейну, кушаем, как снег, кубку, это все. Это что, басар ведам, это басар ведам, нужно знать, что нет. Лахмейну хэм, лехем, как лехем, как кушать лехем, так и. Почему? Видите, пасук 9. Ах башем альтим роду, не бунтуйте против Всевышнего, бетем альтиру, это амазарис, не бойтесь этого народа, ки лахмейну хэм, это как хлеб. Сар цилам мелехем, по-моему, это будет комментарий, я помню. Магинам бехескам, Мацилем, это же будет там, что их защищали. Так и здесь пишет Раши. Кшерим шебахем мету. Кто там были кошерные, все уже умерли. И Йов шая магин алеем, Йов их защищал, так он, его уже нету. А второе, что... Защита сверху над ним уже больше нету тоже, что все тоже защищал, как всех защищает. Сейчас уже, пока нужно было быть там, они там были. Сейчас уже вы приходите, будете их менять, нет его бояться. Цилам над цилам, это Ильи, это два комментария. Первый комментарий еще говорит, что их не защитники, это не самолеты, а защитники, а праведники. Типа Йов, что уже умерли, а второй, что сейчас ажгаха, элокит над ними больше нету. Их ангел, что их защищает, тоже уже его спускают с власти и будут падать. Седем? Ну, не бойтесь. Своем руку лайда, но что получается? Пасук 10, лайда там все эти, лайда. Кто такой лайда? Не весь народ. Это десятка. Лайда это... Группа, это тусовка, но там не написано «ам», только «эйда», это значит, это 10 эти. Оттуда берет, что «эйда», что будет оттуда, что как будто «эйда» это 10. Отсюда берется. Лиргому там бабаним, забросать их камнями. Но сейчас уже шхина, сейчас что все шхина чувствовали, что Всевышний с ними. Как получает как бы защиту. Я кончаю урок, но через 15-20. Позвоните, пожалуйста, это Рабе Жинскому, где... Когда он будет? Он автобус ждет. А? Где? Он автобус ждет по времени. Где? Ты его видел? Нам написал тебе? Это было 15 минут назад, не? Или 10? Аж. А если? Ваёмер Ашем эль Моше, Адана не цуна амер. Сколько они будут меня так уже мучать этот народ? Не верят, мазы не верят. Видите, бывает, нужно понимать язык Торы. Мазы не верят. Но есть такое, есть бы Ирмиягу, священник говорит, на кнесет Исраэль, народу, захарти лах хесед неураих,
Хават клотаих. Лехтех лаем баймбар берес розруа. Вот я помню твою преданность мне, говорит Всевышний народ, говорит, а что? Пошел за мной в пустыню, 40 лет, это никто не был, это так и не верят. Что-то не так, не верно. Тогда... 10 минут. Что? 10 минут. 10 минут. Так сказать, не верят? Написано, что Захар, я вам помню, не только это, пошел там, что сделаем на себе, нишма, много-много, что потом... Ну и сейчас они верят. Значит, это значит, нужно с собой работать постоянно. Не только здесь, потом меньше, потом сколько-то процентов, не процентов. Постоянно нужно быть со Всевышним. Насчет, сколько им делали всяких чудес, а кем-то беза, что убью, может всех уничтожить, а сделать я Моше Рабейну, Моше говорит, а как будет, обещал. Аврааму Ицхак Якову обещал народ. Как будет? Обещал, что будет вечный народ. Вот ты их потом, у тебя пойдет народ. День новый. Потом все делаем, вот. Что будет Моше Рабейну, что здесь выясним сорсазм, знаешь, что все знают, но... Для чего слышно это все говорит? Я думаю так, не только я думаю, может, слышал, наверное, если я думаю, что Всевышний что хочет? Санегория, да, мистер. Если мы хотим убить, он бы их уничтожил. Но что Моше, чтобы был кто-то защитник, чтобы были хорошие слова. Может, как Моше это говорит, но Моше, Элашем, Вишаму, значит, так тоже, как Авраам Авину, когда там не с Доном. Говорит, если так, так, так. И, во-первых, это много чему там можно учиться, не только, что он обо всех заботится, что есть, значит, есть молитва, что молитва спасает, что ситуации разные. Что говорит Моше Рабейну, пасук 13, Вайшму Мисраим, что ты, что взял то, что скажут, что написано, что Мицраим, киэлита бехоха, это амазе, микирбо, что взял туда народ был, вемру эль Йошева арец про этих там. Зот чаму, ки ата ашем бекерва амазе, шерайн беайн нирэ, ата ашем, бенанха, омед алехем, ומודנן אתה עורך לפני, במה מוד השלילה, ויש אם לשתושית, что скажут, что был против Мицрим, то был были силы, но против этих великанов нет силы, что скажут. Эти есть великаны, здесь не Мицрим, Мицрим это Мицрим, Мицрим были, ряд паро был, сколько был паро ростом? Метр сорок. Я слышал про метр, но там ну, не были очень высокие, а паро вообще был лилипун. Вемета там сказал, что Шаму это Шимхан Лемор. Мибти яхоли, это Шем Лави, это Амазен. Если бы мог, он бы вел, почему бы выделил оттуда? Чтобы вести, но... Хасвилла, я не буду, хочу даже говорить, все, как будто он не может Хасвилла. Пропускаю. Но еще молится, слах на Моразе, то, что молимся, тоже Бетаханун. Что будет Всевышний пасук 20 на 10 минут? Салахты кидвареха. Что? Нахмеседер. Просишь, иду за твоей молитвой. Салахты, как ты просил. Как ты просил, так я делаю. Салахты, что такое салахты? Просил. Гулам, но есть но большое. Есть как будто это коларец. Гулам, кикола, анашима, араим. Роим это воды, что видишь, что я с ним сейчас делал здесь, это все процедура от выхода Египта до сейчас. И все чудеса в Египте, на море, в пустыне. И исполнение за эсер памим. Десять раз испытывали меня, как будто сейчас что-то недоверие, десять раз. Знаю тоже, что это не было, что может быть, что было каждый месяц, два месяца, или каждую неделю были какие-то десять. За 40 лет пустыня. Сейчас мы уже входим в пустыню. Выходим, что это было эсер памин. Но так написано. Где написано? Пасук 22, 14 глава. 22.
Вейнасу, отимазы Вейнасу, Нисайон, испытывай меня эсер помим. Волошем вы не слышали, невнимательным голосом. Им ирует арес, на что они, что я обещал, не войдут, они туда не войдут. Не войдут. Почему? То, лично плохая не хочет. Видите, есть на перке, вот, начинаем перке, вот как начинается перке, вот? До перке, вот, как есть такое, вот, песок от Ишаяху. Кол Исраэль, ешлам хелек лолам хаба. Перед каждым перке, вот, перед ордой, перед жилой, мы говорим, кол Исраэль, ешлам хелек лолам хаба, шенемар вихуль вихуль. Но это взято от Ишаяху, этот песок. Но этот псук тоже рассматривается более глубоко в Масехет Таанит. И там написано, «Коли сэйн хэлэ улам хаба шэмар мэкулам тэм нэцэм натэлэ литвэр». Но элу шэйн лэм, кого нету улам хаба. Там нет такого. Пиркей вот берет только половину, кого есть. В эти, у кого нету, один из этих, кто не верит, что есть улам хаба, так ему не будет. Кто не верит, тот, если он не верит, что Мотарат Мишамай, что Моше получил, он не верит, что будет мертвый встанут, как напишет пророк. И тогда у него нету. Махон еще есть тот, но у кого нету. Здесь тоже эти, что не верят, что не хотели, значит, они туда не войдут. Не можете миграться, дай поверьте, а потом я сюда упущу, потом я сюда уведу. Есть, где-то проходит эта граница, что человек переходит черту, и его, он больше не может ее исправлять. Моше Рабейну тоже дошел, как Моше хочет войти в страну. Сказать, тебе нет, не войдешь. Почему? Было то-то, то-то. Им Раиру это Алиса Шернишбати, землю, что обещал Рам Исаак Якову. Кто войдет туда? Касук 24, Вади Калев. Калев. Экев хайта руаха херетимо. Есть которая песня. Идет не Авраам, не Авраам Фрид, придет, а Мордехай бен Давид. Эту песню. У него руха херет, у него было другое мозрение, у него было это все, он пошел в Хеврон, там поближе, сказал, что пленировал всех, могли его убить тоже. Не сможем, пойдем, преодолеем их, хулу-хулу, Калев, в Калев, это руха херет имо, в имале Ахарай, шел за мной, как я говорил, то Элерес Ашер, Бау Шама Везаро и Рашене, его и его тоже потомки там наследуют Хеврон, то место, куда он ходил, но там еще было, если тоже, там будет смеяться Иешуа тоже. Двое войдут, это вся десятка, говорили, что да, это все, что весь народ настроили против Моше, против Всевышнего, эти не войдут. Какие? Главари, от 20 до 60 лет. Кто ниже 20 лет, те войдут, кто больше 60 лет, то войдут. От 20 до 60 не войдут. Наше время. Бамидбар азе, сколько лет? Припрыгну пасук 29-й, идет остановиться по главе Рубежинске, а завтра закончим, Бамидбар азе. Бамидбар азе и плю пигрехем, это все умрут здесь, векол пигудехем, декол, все, ми бен 20 шана, ומעלה, עוד 20 שנים עליו, אם אתם תבואו ותארו וכולו וכולו, קרומה, אם אתם תבואו אל הארץ, אשר נשאתי את ידי לשכן אתכם בה, כי אם כלב בן יפונה ויהושע בן נון, טולקו דבויה, זהו. סטו פוקולניה, там, эти 600 тысяч, שבולי, עוד 20 до 60, до 60 лет никто не войдет. Никто не уйдет. А то, что говорили, что они говорили, ой, как что будешь нам нет, там пойдем туда, дети. Дети войдут, дети будут там. Говорили глупости, будут заботиться о детей, заботиться о себе, не о детях больше. Как то эти, когда ходят в страну, пришли Реувен в Реувен Гат в Хецемен, если хотят войти в страну, сначала говорят, построим для скота, а потом построим для себя. Берут что-то главное, ставят второстепенное, матерцы ставят как главное, мы бульбалим. Здесь что, да, мы говорили про эти, они дети войдут, женщины тоже войдут, но вы не войдете. Женщины почему войдут? Здесь они участвовали, здесь женщины, больше цадыков, здесь они участвуют в этом бунте,
говорят так, женщины любили и хотели войти в землю. И учат, а потом мы будем учить вот дочь Славхата, что Ходай нам тоже землю, дам нам удел. Но все упадет здесь в пустыне. И будете искупиться. Здесь мы остановимся.